В Краснодаре завершился финал 5-го национального чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. В соревнованиях приняли участие свыше 1200 человек, учащихся колледжей и техникумов из 82 регионов России. Делегацию Краснодарского края представили 115 детей в 79 специальностях. О том, как проходил чемпионат, какие специалисты сегодня востребованы на рынке труда, а также о тех, кто уже определился с выбором профессии, смотрите в следующем материале выпуска. World Skills – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства для молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет. Здесь можно было увидеть, как свои первые шаги в профессии делают лучшие студенты колледжей и техникумов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Молодые люди соревновались по 113 специальностям, начиная от дизайнеров, парикмахеров, стилистов и заканчивая токарями, кровельщиками, поварами и IT-специалистами. К примеру, на площадке хлебопечения за победу приехали побороться 14 участников из Якутии, Чувашии, Кемерово, Сахалина, Белгородской области, Казахстана. За выполнением заданий наблюдали более 1500 экспертов. Сегодня задание конкурсантам: за 4 часа нужно приготовить халы плетеные, 3 вида разных видов жгута. Вот, например, на стенде у нас конкурсанты плетут различные виды: 4 жгута, 6 жгутов и 8 жгутов. Затем есть еще изделия, пикантные изделия, пирог, киш, должны приготовить традиционную закуску. Ну и дополнительно время еще дается на приготовление отдельных полуфабрикатов. Все работают дружно, атмосфера хорошая, теплая, потому что с тестом нужно работать с душой. И поэтому наши конкурсанты очень ответственно к этому отнеслись. Площадь павильонов, в которых проходили соревнования, составила более 65 тысяч квадратных метров. На этой огромной площадке конкурсанты работали с использованием передовых технологий и самого современного оборудования. За время проведения чемпионата за работой конкурсантов смогли понаблюдать, а возможно и определиться с выбором своей будущей профессии, более 150 тысяч школьников края. На соревнованиях побывали и ребята из Славянского района. В рамках профориентационной работы нами организованы поездки более 1000 учащихся ежедневно на данный чемпионат, для того, чтобы дети посмотрели и выбрали для себя в будущем и, возможно, связали свою деятельность с одной из рабочих профессий, посмотреть, действительно, есть на что, увидеть, как их же сверстники через несколько лет, которыми они станут в таком же возрасте, делают просто чудеса, показывают свое большой профессионализм в тех вопросах, которые освещены на данном чемпионате. О том, какие профессии представлены на чемпионате, чем они интересны, школьникам подробно рассказывали волонтеры. Из поездки ребята возвращались под большим впечатлением от увиденного. Многие уже определились с профессией. Мы вернулись с национального чемпионата. Молодые профессионалы. Все понравилось. Организация супер. Техникумы и колледжи Краснодарского края представляли нам различные профессии, показывали все наглядно. А это и профессии, связанные со строительством, лабораторный медицинский анализ, дошкольное воспитание. Мне очень понравилось на съезде, так как там было очень много интересных профессий. Нам дали, собственно, посмотреть на саму работу, потрогать все лично руками, поинтересоваться, посмотреть. Больше всего мне понравилась именно профессия, связанная со строительством. Сама атмосфера, запах древесины, может быть, капелька пота. И это очень интересно и захватывающе. Сама атмосфера очень положительная. По итогам соревнований в каждой из компетенций выбрали победителей. Они войдут в расширенный состав национальной сборной World Skills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мирового чемпионата по профмастерству в Арабских Эмиратах. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».